семена укропа обильнолистной высевают в плодородную почву на хорошо освещенные места. Срок посева – с конца апреля до начала мая. Первая рассада укропа обильнолистной появляется через от 7 до 14 дней. Уход заключается в регулярном поливе. Зелень готова к сбору на от 35 до 46 день после посадки. Высота побегов достигает 130 см. Листья имеют средний размер, сильно изрезанные, насыщенно зеленого оттенка. Урожай из семян укропа обильнолистной с 1 квадратного метра достигает массы до 3,4 кг. Ценится за высокие вкусовые и полезные качества, а также за возможность длительного хранения в свежем, засушенном и замороженном виде. Укроп обильнолистный – это травянистые. Летом листва зеленый. Укроп обильнолистный имеет позднеспелый срок созревания. Урожайность укропа обильнолистный составляет 2,5-3,5 кг. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку.